в этом ноябре. Прекрасный. Какой праздник? Какой, какая дата? Ну, нет, не знаю. Сегодня Международный день борьбы против насилия над женщинами. Вот. И второй вопрос. Как вы относитесь? Знаете, к борьбе отношусь плохо. Я вообще за мир, понимаете? Есть разница в позиции. Есть я борюсь, и я нахожусь в негативе. А есть я за мир. То есть давайте будем более мирными. Давайте предложим что-то более мирное. Как насчет борьбы с насилием? Ну вот я вам только что ответила. Я вообще против любой борьбы, потому что вы только усиливаете зло. Посмотрите «Секрет». Пятницу. А, какой-то праздник. Нет? Знаете? Черная пятница. Ну, помимо праздник. Этого, сегодня Международный день борьбы против насилия над женщиной. Интересно. Вот. А, второй вопрос, как вы относитесь вообще к насилию над женщинами? Скажите, пожалуйста, какой сегодня день? Пятница. Зачет. А вы знаете, что сегодня день против насилия над женщинами? Нет. А как вы относитесь к насилию над женщинами? Плохо. Правильно, любите свою женщину. Любим. Спасибо. А вы знаете, какой сегодня день? Нет. Я уже прочитала. Вы прочитали, да, что день против насилия над женщинами. Как вы относитесь к насилию над женщинами? Ну, отрицательно. Что вы об этом думаете? Я думаю, что в любой семье надо созидать. В любой семье нужен мир, а насилие совершенно недопустимо.